Какой самый крутой город в GTA San Andreas? Лос-Сантос имеет самую большую площадь 6,3 квадратных километра. И самое большое население — это 3 миллиона 200 тысяч человек. Минус — это то, что ЛС — самый небезопасный город из-за большого количества банд, а также малое количество развлечений. Сан-Фьерро является самым маленьким городом в штате. Его площадь составляет 5 квадратных километров, а население 800 тысяч. Из плюсов — это безопасность, так как банды нейтрально относятся к СиДжею. СФ — самый тихий и спокойный город. Из минусов — это очень отдаленное местоположение от других городов и малое количество заведений. Лас-Вентурас площадь составляет 5,5 квадратных километров. Население 1 миллион человек. Из плюсов — Лас-Вентурас безопасный, так как в нем есть только мафии, которые защищают свои казино. В ЛВ больше всего торговых центров, магазинов с оружием и разных обучающих заведений. А также самое большое количество домов. И есть всего лишь только один минус — это то, что цены выше на 20%.